Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Дидол, и мы продолжаем играть в Shadow Fight 2! Всем привет, дорогие друзья! Ну что ж, наши бои в мире теней продолжаются, и у нас интерлюдия! Да, ребята, интерлюдия, и у нас новый левак 38-й. Смотрите, всех нужно нам одолеть еще раз, и впереди нас ждет Титан! Ура, ребята! Еще раз мы сразимся с Титаном. Кто не видел, как мы одолели его впервые, обязательно посмотрите это видео, это было мега эпично. Мы голыми руками просто его одолели. Да, ребята, именно так. Слушай, смотри, какие у нас есть пиявки. Это что такое? Бам! Ничего себе, с восстановлением. Кстати говоря, здоровье такими же, как и Верами. Может быть, купим, слушай, попробуем? 450 гемов стоит, очень дорого. 450, ничего себе. А клыки дракона, ну-ка примерит, что такое? Ох, слушай, интересное, кстати, оружие. Мы таким, мне кажется, да, не играли, да? Ну, слушай, или веера оставляем? Веера оставляем. Давай проапгрейдим их, причем за гемы, мне кажется, за 53. Подожди, сейчас давай с защитой разберемся, что у нас здесь. 38 уровень, ничего годного, ребята, нам не завезли здесь, получается, потому что вот единственное, вот, что гладиаторский доспех на 39 уровне. Да, здесь за 96 гемов мы купим на 39, так что давайте быстрее качнем 39. Я пока что до 39. А, подожди. Ну на 38 нам в любом случае нужно что-то покупать. Подожди, я чуть-чуть не купил, представляешь? До 38 просто апгрейдим нашу. Ну да. И все, и получается, пока что оружие мы не трогаем. Пусть броня будет. А что за гем, не хочешь проапгрейдить? За гем оружие? Ну давай за гемы. Подожди, за гем, у нас здесь все... шапка. Шапка же еще с восстановлением. А шапку нам тоже придется, скорее всего, за гемы. Да может подзаработаем сейчас. Я думаю, мы ну, затащим. Ну не за гемы, не, это сейчас мы затащим, я понимаю. Шапку нам придется нашу, я имею в виду, оставить. Да, шапку нам придется оставить нашу, потому что, ребят, здесь у нас восстановление здоровья, это очень хорошая вещь. И единственное, что можно вот сейчас купить, это... Гексапод какой-то. Гексапод, поглощение урона идет. Но мне восстановление здоровья как-то ближе, если честно, потому что иногда это нужно. Ну да, срабатывает, ребят. Иногда по голове как попадут тебе, и так раз, сразу восстановилось здоровье. Да. Круто. Давай за гемы купим веера, да и все. Да, за гемы веера улучшаем, ребят. Отлично, гемы у нас... Ой, чуть снял случайно. Гемы у нас здесь есть, их можно заработать спокойненько в выживании, ребят. Здесь вон до 45 гемов, плюс в дуэльке тоже можно 32 поднять. Кстати говоря, давай в дуэль зайдем. Давай, давай, конечно, нужно. 32 гема как раз окупим нашу покупку, ребята. Любишь крутые компьютерные игры? Заходи на наш канал Detol Hard Play. Ссылка в описании. Кто больше нанесет очков ударами, ребят, у нас здесь случайное оружие. Давно мы в дуэли не играли. А вы не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и поделиться этим видео со своими друзьями в соцсетях. А если вы хотите не пропускать ни одно наше видео, нажмите на колокольчик. Да, ребята, и также есть у нас возможность сделать спонсорскую подписку. Это типа VIP подписка для крутых подписчиков наших старых добрых. И, конечно же, вы сможете видеть наши видео до того, как они выходят на свет. Да, потому что мы заливаем видео пораньше, а значит, и вы сможете их тоже видеть. Да, ребят, на YouTube Gaming заходите, и там есть рядом с кнопкой подписаться спонсорка. Ну, я думаю, вы слышали про это уже от других ютуберов. Поэтому... у кого есть возможность, будем рады, если вы станете нашими спонсорами и поможете нам в развитии. Ну что, одолеем, одолеем, да, да, справимся, ребята, неплохо мы справляемся. Слушай, прикольные штуки, кстати говоря, мне нравятся, они такие, да, быстрые. Да, такие быстренькие, быстренькие, раз-раз такой, знаешь, бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. И 12-2. 12-2, да, ребят, мощно, пока болтали, еще и затащили. Ну что, 32 гема вернулись нам в копилочку. И мы дальше идем с вами в турнир, ребята. Турнир у нас здесь сложно, кстати, удивительно, сразу сложно. Погнали в бой, посмотрим, кто у нас здесь, что за противники. Оу, обезьяна! Кстати говоря, очень юркий друг. Да, и... он без оружия, но очень и очень бодрый. Мы первым, с кем сталкиваемся, это с ним, получается, в самом начале. Все верно. Это самые начальные наши по локации враги. Бам-бам! Ну что ж такое-то? Оу, хорошо, красиво. По ногам, ребята, восстанавливаем здоровье. Вот, восстановление здоровья, это, конечно, тема. Практически каждый удар вееров восстанавливает нам здоровье. И видите, они нам очень помогли справиться во вратах теней. И всем рекомендуемо именно это зачарование использовать для врат. Да, ребят, именно веера, конечно, тащерская штука. Шокировали мы нашего друга, хотя у него и нету никакого оружия. Метательное было, но... Слушай, метательным он очень... Смотри, мы восстанавливаем постоянно. Постоянно восстанавливаем здоровье, это мега круто. И у нас 409 монеток платиновых нам залетело.
Слушай, как-то левел медленно поднимается, тебе так не кажется? Ну, видимо, да, видимо, надо 8 пройти, чтобы потом на рысь ходить. Так, шляпу мы будем апгрейдить? Вот почему нам очень сильно по голове-то прилетало. Слушай, интересный такой момент. У нас, смотри, минимум и максимум есть на рысе. Это как так? А мне кажется, там серия целая. Там сразу против всех ее... Да, против что-то всех. Такое? Кстати говоря, мы с тобой, я помню, в прошлый раз даже не проходили вот эти турниры, мне кажется, и быстренько отправились. Так, а что ты, голову, да? Да, голову. Голова страдает у нас, ребята, конкретно. Да, давайте проапгрейдим, как раз у нас хватает платиновых монет. Все, 37-38 уровня мы. И отправляемся дальше... Турнирчик, ребят, подзаработаем денег. Да, нужно зарабатывать и нужно прокачивать наш аккаунт. Поэтому... Да, бархат у нас здесь, ребят, вспоминаем всех старых наших врагов, это круто. То есть ты, получается, прошел игру, потом возвращаешься в начало, быстренько так тоже проходишь все это дело и вспоминаешь, как ты учился играть в самом-самом начале с вот этими вот начальными врагами, с начальными локациями. Я помню, как совсем недавно, ну, конечно, времени уже прошло, мы начинали играть, не умели ничего, ребята, а сейчас вот так вот просто тащим. Побеждаем, да, разносим и, конечно же, наслаждаемся игрой. И, кстати говоря, кто не видел, как мы победили Титана, посмотрите, на главной страничке висит видосик. Эпичная победа была, ребята, я вам честно могу сказать, самый лучший бой, мне кажется, который мы провели в этой игре. Да, есть такое дело, ребят, такой прям без оружия, ребят, победили без оружия Титана, так что let's go посмотреть. Опа! Бархат, бам! Да, чуть-чуть я ее не могу никак подловить. Она вот все дамажит нас со своими саями. Я хочу увернуться от этих ударов, но она очень быстрая. Очень юркая бархат-бархаток. Да, и никак и нас не может попасть, и мы в нее не можем попасть. Вот метательное оружие использует. Ну, тебе магию, бам! Да ладно, даже магии зарядили. Ты любишь Лего? Подпишись на наш второй канал Detol Lego. Ссылка в описании. Ну, слушай, а чё она такая дерзкая-то со своими... Ох, слушай, ничего себе. Во, выбили, все, наконец-то мы выбили ее оружие, восстановили хелс и добили ее. Все, веера, ребят, решают вопросы все, которые... Да выпендрился можно... этот бархат, короче. Так, что у нас дальше? Сложно, ребят, пока еще ничего не апгрейдим, идем в следующий бой. И здесь стервятничек. О, ты стервятник-то наш дорогой, а? Так, стервятник сейчас у нас сразу... Ух ты, ничего себе, какой бодрый. Смотри, по голове нам прилетело. А где восстановление у нас хелсов? А у него, кстати, такая же шапка, как у нас, получается, да? Да, походу дело. Не знаю, восстанавливается ли у него здоровье, как у нас. Ой, что-то он там приуныл чутка. Есть такое дело. Слушай, а мы восстанавливаем... Ну, самое крутое восстановление определенно это веера. Да, суперское просто. Они сами по себе очень крутые, необычные. Нет других таких аналогов, потому что он выбрасывает их. Да, это получается оружие босса, да, и это оружие у нас в единичном экземпляре. Так, теперь у нас его нету. Но у нас есть ноги, как всегда. Ноги есть, слушай, но стервятник дамажит-то больно. Ну, походил, надо апгрейдить свою экипировку. Да, видимо, здесь не такие легкие бои, ребят, а я что-то на расслабончике такой махаю с ним. О, вот оно, исцеление, кстати говоря, ребят, про которое мы и говорили, поэтому мы шляпу не стали менять. Ух! Ой-ой-ой. Ну-ка. Ох. Слушай, ножная тактика перед ним не работает совершенно. Видишь, он прыгает. Да, очень-очень бодро он это все делает. Давай, нужно. Еще один разочек, да ладно! Да ладно! Блин, да как так? Практически чуть-чуть оставалось, а у нас второй раунд еще, ну все. Ну все, стервятик, сейчас мы тебе устроим разнос по полу. Видишь, он прыгучий просто, засранец, а? Прыгучка. Раз. Так, еще разочек. Давай, нашей мощной атакой, ребята, дамажим по полной. Вот так вот ему прилетает, чтобы знал, как нас дамажить. А то, ах, попал, я думал, наперся, сейчас его затащим специально, чтобы не выпендрил. Да ничего себе. Слушай, а че он такой дерзкий? А че, нам магия отняла все хелсы просто, ребят. Жесть, просто жесть. Ай-яй-яй, хорошо промахнулся с разворота-то, а? Е-е-е, добили, отлично. добили все-таки стервятника. Слушай, что-то мощный, я прям напрягаюсь очень сильно. Бам-бам, отличненько, начало положено. Ай-яй-яй, я думал, он подойдет. Так начало положено, а хелсов-то мы ему не отняли. Ну, слушай, надо апгрейдить определенно наше оружие, наши доспехи, и тогда мы будем больше урона. Он магии как шлепнул нам, ничего себе, полностью всех хелсов. Да, с магией нужно быть аккуратнее, потому что это вот сейчас он может нас добить одной только своей магией. Опа. Да он даже ногами очень сильно отнимает. Да, видимо, апгрейд нужен определенно, ребят. Так. Слушай, ну это же еще Special Edition, ты же прекрасно знаешь, что здесь... Да, здесь сложность намного выше.
О, хорошо, что ты магию не дал ему использовать, иначе бы мы поплатились. Да бы. Я уже не знаю, что использовать, он прыгучий, как кузнец. Ребята, молодец. Нам нужно жизнь восстановить срочно, иначе нам хана. Да ладно, не хана, нормально. Оп-оп. Ты решил ножную тактику все-таки врубить, и за это мы можем поплатиться. Можем, но рискнуть надо, ребята. Давай, чуть-чуть. Ха! Красавчик! Хорош! Прям топнули его, аж подлетел. Ох, ребята, мощно было, мощно, определенно. Да, есть здесь сложности еще, но это хорошо, ребят. Когда сложно, значит интересно. Вы не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и делиться этим видео со своими друзьями в соцсетях. А с вами была команда Detol. До новых встреч, новых видео. Пока! Пока, ребят.